BTS в зале ожидания KBS News 9. Давно мы не были на KBS. Но я буду больше нервничать, если скажу, что я нервничаю, поэтому я скажу, что это не так. Прошло много времени. Я не знаком с новостными программами. Мой папа звонил и спрашивал меня, попаду ли я в новости, поэтому я сказал ему «да». Я верю, что нашим фанатам это понравится. Так что я отвечу на вопросы интервью как можно лучше. Так как они не могут прийти к нам лично, чтобы поздравить нас и отпраздновать. Поэтому я отвечу на вопросы как можно лучше. Думаю, что нашим фанатам понравится. Как бы выразиться, я чувствую сильное давление, потому что это хорошее событие. Я рад быть на шоу, но я все еще не привык выходить в эфирах новостей. Просто нужно сделать все хорошо. Ничего страшного, да, ничего страшного. Что ж, не нужно нервничать только потому, что это новости. Я выступлю как на обычном интервью. Чувствую себя прекрасно, приехав сюда по хорошему поводу. Мы будем на 9 News в течение 15 минут. Мы должны будем посмотреть новости в 9 в прямом эфире, пока работаем. Мысль о том, что мои папа и мама будут смотреть на меня, напоминает мне детскую песню. Если бы меня показывали по телевизору, я был бы так счастлив. Я так благодарен, что они пригласили нас. Буду стараться изо всех сил. Для меня большая честь попасть в новостную программу. Я также слышал, что нам специально выделили 15 минут. Мы очень благодарны. Было бы здорово, если бы больше людей услышали нашу историю. Поздоровайтесь вначале, я еще раз проинструктирую вас за кулисами. Они спросили, не могли бы вы помахать в сторону камеры, когда вы войдете. Они включат песню BTS в этот момент. Нам стоит танцевать, когда мы входим. Это будет прямой эфир? Здравствуйте, мы BTS номер один в чарте Billboard. Нормально? Можно так? Ну, если Хён так сделает. Он хочет, чтобы его представили как певца Billboard номер один. Здравствуйте, Джин, мембер BTS группы номер один в чарте Billboard. Окей, если ты так сделаешь, я дам тебе должное. Пойдемте. Пойдемте. Ты так пойдешь? Что? Нет, нам не маска. Спасибо. Спасибо, спасибо. Да, KBS News 9. С ума сойти. Новостные программы всегда заставляют меня нервничать. Я нервничал больше, чем в прошлый раз. У меня болит шея и суставы. Думаю, в прошлый раз я нервничал больше. О, правда? Голос звучал примерно так. Здравствуйте. Да, здравствуйте, KBS News 9. Но в этот раз мы не смогли встретиться с нашими фанатами. И я надеюсь, что появление нас в новостях для наших фанатов было шансом отпраздновать с нами. Моему папе понравилось, нас показывали в новостях. Мой папа тоже смотрел, нас показывали в новостях, мам. Я думаю, что нашим родителям это понравится больше всего. Да, правда. KBS News 9, оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Позвоните мне, когда увидите новость, друзья. KBS News 9, это были BTS. Спасибо. Должны ли мы отправиться на следующий промоушен? Давай, Тэхён. Сегодня BTS примут участие в радиопередаче «Музыкальный лагерь Пэчжольсу». Наконец-то мы здесь. Я немного нервничаю по поводу радиопередачи. Здравствуйте. Вы, ребята, такие высокие. Когда я смотрел клип, вы не выглядели такими. Мы там коротышки? Нет, не так. Пожалуйста, присаживайтесь. Чонгук и Чимин еще не приехали? Да, они поехали по Олимпийской автомагистрали. Как уникально. Очень интересно, интересно. Это музыкальный лагерь Пэчжольсу. И BTS здесь с нами.
Чимин и Чунгук бегут, как только прибывают. Поторопитесь. Чимин и Чунгук приехали, пока мы разговаривали. Чунгук тоже здесь. Раз уж все здесь... Час прошел так быстро. Я был шокирован тем, как быстро прошло время. Спасибо за приятное времяпровождение. Мы очень благодарны. Вы зажгли наше шоу. Нам так часто звонили ваши друзья, правда? Раз, два. Раз, два. Еще разок. Мы можем встретиться в следующий раз по другому хорошему поводу. Спасибо. Да, до свидания. Пока. Было так весело выступать на радио спустя долгое время. Большое спасибо. Мы очень нервничали, но было весело. Ведущий был таким дружелюбным и приятным. Час прошел так быстро. Он заставил нас чувствовать себя как дома. Я очень нервничал перед тем, как приехать сюда. Когда мы слушаем радио, он обычно очень спокоен. Да. Но он был очень жизнерадостным. Верно. Он дал нам много хороших советов. И нам было очень весело. И если в будущем мы сможем приехать еще раз, как он сказал, если мы займем первое место на третьей неделе. Кто знает. Посмотрим. Да, в любом случае мы будем стараться. У нас не было возможности выразить свою благодарность. Но сегодня мы должны поблагодарить всех. Мы были очень счастливы. Спасибо, что слушали эфир. Если у нас будет больше таких возможностей, где мы сможем быть ближе, мы всегда будем рядом, чтобы встретиться с вами. Супер! Спасибо!